Десятки стихов, более 15 песен и несколько сказок. Жительница ЕАО Нина Кобзева написала первое стихотворение еще в 1961 году. Вдохновил первый полет в космос Юрия Гагарина. О том, где искать вдохновение и о чем лучше написать, Нина Кобзева рассказала в эфире Авторадио Биробиджан. Спит ночка на привале, на ярко-звездном покрывале. Щекой оперлась о скалу. Баю-баюшки-баю. Спит ноченька, устала гулять до самого утра. И снов, и судеб покрывала ткет для каждого она. Спит ноченька, вздыхая, улыбается во сне. Нина Ивановна признается, что в своем творчестве вдохновляется классиками отечественной литературы, Пушкиным, Есениным, Блоком. Говоря о поисках вдохновения, отвечает кратко. Написать новое творение помогает внучка, которой очень нравятся стихи бабушки. Кроме того, Нина Кобзева пишет песни и сказки, которые также с удовольствием читает другим. Море, море, синяя вода, подскажи мне, море, когда плыть туда, где солнышко играет и алая заря, мы к рассвету хочется, чтоб сказать любя, как заря рождаюсь и тобой горжусь, матушка Россия, великая ты Русь. Полную запись эфира с поэтессой Ниной Кобзевой на Авторадио Биробиджан смотрите на сайте riabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21.